превьюху, не так важно. Важен процесс, процесс. Не удалось подсоединиться, давай еще раз. Подожди. Раз, два, три, четыре, пять. Всем добро пожаловать. Да, зайчики все здесь. Пока Миша, Миша спать не пошел, решили врубить стрим. Так, я не знаю, как у меня там со звуком, конечно. Ну-ка, звук проверим пока. Раз, два, три, четыре, пять. Да, слышно. Вроде что-то есть. Так, я... Отправил. Я здесь в лобби жду. Я уже принял. Уже принято. А, во. Все же в своих местах. Нажимаем, держим. Что-то она подтормаживает, НФС-ка. Ну, ладно. Сейчас посмотрим. Так, приглашение принял, Олег? Да. Ты видишь? Чуть со звуком. Да. И двоитесь вы. Что двоится? Так. Пока голосовать. Запускается это, пойду я чая наберу. Зайди в этот самый... Звуки выключи в Need for Speed, когда мы говорим. Ну что, у меня загрузка идет, потому что... Вот. Да-да, я сейчас тоже слышу. Когда ты говоришь, или я, сверху наши имена загораются, видал там ники? Сверху на игре. В игре, в левом углу сверху. Ты начинаешь говорить, ник твой загорается. Надо просто в Need for Speed вырубить звук, и тогда двоиться не будет. У меня появился твой ник драйвер 40, раньше не было в прошлый раз. Ну да, я, видишь, я же выключил звук. Сейчас вот ты говоришь, и я говорю, на звук работает. Настройки как будто сбросились. Сейчас мы зайдем в этот самый, я там выключу звук, иначе так и будет троиться. Но не очень приятно. Всем добро пожаловать. Сегодня воскресный Need for Speed, но чуть-чуть пораньше, чем обычно. Пораньше, ага. Так, ага. Понятно. Презентация. Чё, Миша, как у тебя чего? Там? Чего? А, так. Алло, чё мне? Звук. Твоё. Так. Ещё двоится до сих пор? Райзен. Выключи ты, Тимур, хотя бы. Оба, у меня тоже выключи звук, потому что это будет нормально. Или Миша сделать, кто лобби создавал. Что-то у меня все как-то. Все как-то фризит, непонятно. Так, что говорите? Ну, надо. Звуки посторонние, мне, что ли? Звуки в этом. Зайди в наш. Где ты нас приглашал? На наши ники и выключи звук у каждого. Динамик сделай с крестиком и все. И эту ошибку я уже в последний раз нашел. В Need for Speed в лобик заходишь, там звук вырубаешь, когда мы говорим. Need for Speed автоматически понимает, что мы с микрофонами мы дублируемся. У кого стрима нет, конечно, удобно онлайн, но у нас стрим, и это прям будет двоиться-троиться. Так. Раз, два, три. У меня еще пока ник загорается, но... Че, в день пока зайдем или в ночь? Да, пока в день. В день. Чуть-чуть денег заработаем, да? Что-то подтормаживает. Подождите пару минут. Да. Ничего. Выключил звук, Миш? Да. Все, вот. Она потому что двоится потом. Ну, это... Неприятно. Я последний раз... Оба-на! Аупштуфы 50. О, новые дороги доступны. Ну что, в день? О, день. У Тимура еще звук включенный. Тимур, выключи звук у себя. Сейчас найти, где это делалось. Задвоилось. Тройки. Да. Где это делать? В нашу партию заходишь и... Группа. О, нашел. Так, сейчас. И у меня тоже выключи звук у себя. На что нажимать? Кружок? Нет. У меня на компьютере C. Треугольник, вот треугольник. Отключить звук. Угу. X. Все. И у меня у себя. Так, у всех. А у себя. Треугольник. А мне нельзя. Мой. Я свой не могу. Ну уже лучше. Отключить Мишин. Ну Мишин у себя надо тоже отключить. Да. Так, сейчас тоже стрим начну.
Давай, давай. Чем посмотрим? Ну что-то мне так подтормаживает. Поздравляю. А, вот, Саня, я не знаю, почему я не вижу твои сообщения, Александр. Я вот сейчас вот. У меня что-то происходит с компьютером сегодня. Кто-то атаковал мой компьютер. Вот, Саня. Воскресный, блин, у вас. Да, у нас воскресный. Блин, водитель, я. Да, надо. Так. Звук сюда. Выключить был, иначе будет двоиться, троиться. Не очень приятно. Ну как выздоровел? Совсем выздоровел, нет? Частично. Частично, вот, правильно, Мишка. Частично. Ну, по крайней мере, на час, надеюсь, выдержу. Но утром просыпаешься, конечно же, дышать тяжело. Сейчас вот полегче. Уже когда литр чая выпил. У меня с меню простое. Чай, таблетки. Мне надо будет. У меня МД софтвор. Надо будет после стрима, наверное, разбирать компьютер и пастой все там замазать зубной. Спасибо большое. Сань, у тебя там тоже, блин, на днях будет весело. Миша. О, медведь, привет. Так, а почему у меня. А, звук. Вот так. Теперь есть. Ну-ка. Нет. Есть контакт. Ну-ка. Не хочет AMD-шник запускаться. Дальше что ты будешь делать? Есть. Да, весь компьютер. Залить его пастой этой зубной, блин. Colgate, чтобы у него там три полоски вот. А что-то он. Бедный компуктер. Миша, ты поехал? Ну-ка, стоять. Какой у вас? Нет, это какой-то майор. А, вон Миша на зеленом гелике. Миша, гелик зеленый. Ну вот он. Звуки убрать. Салам алейкум. Какие звуки? Игра громкая. А. Но у меня вроде бы. Салам алейкум. Какие звуки? Не, у меня громче, что мы по микрофону говорим. Завтра, да, вот, значит, завтра. Ну, завтра я тоже пойду в ту степь. Держись, крепись. Все будет нормально. Ах, да. Чуть с этими болячками. У меня вот на Porsche, кстати, я заметил. Нет рекламы еще пока. На какой у меня было? На Ford GT у меня весь реклама был. Так. Ты нашел? Это что было сейчас такое? Наукхати какой-то там. Короче, нас позвали, он видел? Смотри, даже на нем можно бёрнал делать. По полной траванули. Понятно. Ну, тараканы, откуда тараканы взялись-то? Ё-моё. Во дают, а? Понятно. Полностью звук убираешь, вообще весь звук косится. А где ты полностью звук у убрал? У тебя? В Need for Speed или в. В NFS. А там же есть отдельно звук эффекта, отдельно звук музыка, отдельно звук все остальное. Просто убери звук. Да. Звук ты. Эффектов звук потише сделай и все. А, ну да, вот. Ты сейчас. Сейчас тебе дома нет, еще завтра еще операция. Опять дома не будет. Я запускаю, блин, это AMD, у меня сразу выключается, че? Чего? Центрик какой-то. AMD софтвор не хочет запускаться. Приехали. Послезавтра на работу. Послезавтра, че, вторник? О, вторник. Да. Пою. И то. А потом еще в ночь на работу? Это та же самая работа в ночь или это вторая работа в ночь? Короче, я перезапущу. Пока. Ну давай. Ну тогда Миша пока этот приглашай куда-нибудь. Да. Все, ушел. Медведь поехал за пивом.
А я поеду сейчас на заправку чипсики, тут орешки, сухарики. Как они называются? Подожди, в России ж покупали мы эту хрень. Кириешки? Гренки, короче, во. А, та же самая. А так ты на ней будешь днем работать еще и в ночь или как? Или только в ночь пока? Ну да, в принципе, если там печатные станки, у нас тоже такое есть, что они там днем и ночью херачат, все это печатают, все бах-бах там, чтобы этот краска не высыхала. Да. Да. У меня вчера вообще было что-то не очень. Два дня в день, два дня в ночь. А, ну это смена такая, класс. Тоже прикольно. Я тоже вот менялся по смене, работал, но потом чего-то пошло не так. Первый лайк мой был, Олег, на 12 секунд. Да, Мага, спасибо большое. У меня что-то с тем стримом пошло не так. Сорян, пришлось все остановить. И компьютер вообще не хотел. Процессор подскочил. Нагрузка какая-то непонятная. А, вот, есть контакт. С, принял. Мага, бери вон игрушку Need for Speed Heat и погнали. Здесь прям гонок хватает, и дрифт, и спринты есть, и, блин, и сфотографироваться можно за превышение на память. Нормально тут все. Если полиция за тобой гоняется, как в Most Wanted, даже хлеще, ну, нормально. Я играю с TI Games, вот, помахал сейчас, TI Games, Тимур и Медведь с пивом. Мышка. Саня, у тебя тоже хит есть? Конечно, можешь. А я, кстати, сколько человек? 8 же можно, да, за раз, получается, Миш? Да. Ну все, конечно, можно. Блин, надо мне на Рождество будет сказать, наушники другие покупать. Давит прям сильно. Что-то у меня это ухо давит. А где у нас большие наушники мои? Что-то вообще сегодня какое-то некомфортно, нифига. А, жена. Так, сконцентрируемся на финишную прямую. Ай-яй-яй-яй, минус забор. Эй, чё толкаетесь? Алло, Феррари. Фига себе, ну, я спокойно. Ладно. Да, микрофон нужен. Для стримера микрофон — это одна из составляющих, как и компьютер. Без микрофона как будешь общаться с подписчиками? Это обязательно нужен микрофон. Давай, пошел. Концентрация не помогает. Да какой концентрация? Ты чего тут? Два раза так ударили, что, блин, теперь. Хотя еще, смотри, мы проехали-то. 1/5. Еще у нас шанс есть добраться до финиша. Два круга. Да. Еще два круга. Ты уже круг прошел? Ну, Миша опять грацует. Вот, здесь вот этот сейчас уже лучше в поворот вписался. Сейчас чатик прочитаю обязательно, ребят. Сейчас мы на финиш доберемся. Я, блин, мне нельзя смотреть в сторону, потому что я постоянно начинаю куда-то врезаться. Я должен сконцентрироваться на дороге, на финишной прямой. Ну вот, я уже третьего догнал. Миша, ты второй? Ты не первый даже? Да ладно. Машина плохо управляется. Не ту взял. А ты на гелике поехал? Нет. Поменял все-таки? Да. Ну, гелик он как бы нет. Здесь для таких гонок, ты смотри, тут Феррари, блин,
гонщики с тобой. На тебе. Феррари, Порше. Тут на гелике тяжело будет. А нам оффроуд можно же вместе ездить, да? Или нет? Да. Да. Вот. Оффроуд, в принципе, можно. В последний раз я сидел. Тут нельзя, только дрифт вместе. Да, тогда можно будет что-нибудь придумать сейчас. Вот это... Давай, давай, пошел. Давай, 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 уже третье место, нормально. 75%. Ну еще. Еще немного. Еще чуть-чуть. Минус забор. Минус, минус. Последний раз там полицию днем задел. 10 тысяч дайте, мы от вас отстанем. И что-то за взятки внутри игры. Вы офигели, что ли? Взяточники. Еще я вам штраф платил. Догоняйте давайте. О, пошел. А, блин. Вот ты хотя бы этого обогнал. Может, я вторым еще буду? А, 500 метров. Давай. Давай, Порше. Нет, третий. Блин, я от него был на 70 метров. 70 метров не хватило. Будь ему Порше. Жесть, 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 жесть. Ну, моя зайка потом с баблом в ресторан. А, да, конечно, в ресторан. С тремя котами сидишь дома, а жена в ресторане. Да, это прикольно. Сейчас веслоухий кот спит, у меня на коленках Снежок спит рядом. Снежок, привет ему. Третий кот, Игорь, нифига, ты же двое котов уже, трое? Феррари сбил... А Феррари, а что мне Феррари? Я же на Порше. Двоим домашним всем обязательно передам. У меня домашнего питомца постоянно. Вот это телега. Вот. Классная телега. Да, микрофон. Сань, надо. Микрофон, он нужен. Ну что, Тимур зашел или еще? Нет, еще не зашел. Дискорд. Че, еще раз эту гонку начнем? Не. Окей. Там уже пойдет. Че, мне машину поменять? Да куда ты? Нет, хорошо, конечно, он... Давай. Я приглашаю. Подожди, я машину поменяю быстренько. Попробую кое-что. Я быстро, прям быстро. А, блин. Я в гараж хочу, они мне... Да я в гараж... Да Сейчас, секундочку. Миша чат что-то не читает. Ты Миша в чат написал, что ли, или что? Гараж обзухан. Тимур, так я в чате Олега вешу. А вот там, он у меня в чате, видишь? Он до меня читает, если что. Я пробую обновить драйвер. Не надо драйвера обновлять. Мне так хорошо. Так, М3. Да-да-да, драмам бейс. Погани. Возьмем-ка Пагани, попробуем. А, вот она. Хорошо. Ну чё? Мага, молодец, весло лучше. Да, всё, я на улице. Да-да. Смотри-ка, мага, тачка. Охренеть просто. Все, приглашай. Вот эта штучка. Спинул. Есть контакт. Абсолют. Есть контакт. А, у тебя абсолют называется? Да. У меня она стоит ультиматив. Как стримить без стримерской проги? OBS, XSplit. В смысле без стрима? А, ну он же через AMD стримил. Streamlabs. А без стримерской проги?
Никак. Какая-нибудь тебе же программа всегда нужна. Снимай на видеокамеру. А, как эти? Сам себе режиссер раньше, да? Я всегда с собой беру. Пути-то. Сестра снимает, а ты играешь. Да, точно. Ну, веслоухому повезло, что ты... О, Мари, Ниссан какой-то тут притерся. На PlayStation. Да, на телефон снимать Моник и стримит. Что, это мы вдвоем здесь, что ли? Да, это только это. Но в этой гонке ты гоняешь с боссами. А? Поэтому ботов здесь нету. Вот это разгоняется прям, даже лучше, чем Porsche. А, блин, говорит, выходите. Тебе тоже вышло? Вот как раз проедем, и Тимур может подкатить. Ну, надеюсь. Миша, приятного аппетита. Я конфету ем. Ну, я слышу. Это слышно? Ладненького захотел. Все равно, ну, как десерт. Да, надо тоже. Я сегодня позавтракал, тоже сходил. Конфеты искал. Дети все съели. Столько конфет было. Нашел. Не, она к асфальту липнет, это просто конфетка. Да. Разве мы бы по этой дороге не ехали только что? Почти, частично. Она похожа, да, очень. Прям поворотов парочка. О. Пришлось наконец-то. Я обновил AMD этот драйвер. Драйвер обновил, ты говоришь, не надо обновлять тебя. Я другой обновил, и у меня запустилось. У тебя AMD не обнов... Какой у тебя сейчас это самое? AMD Software у меня не запускался. То есть он как бы был установлен, его было не включить никак. Сколько у тебя сейчас? Что у тебя сейчас за обновление? Я сегодня проверял, не было ничего. Это обновление за 5 декабря вроде. Да, за 5 декабря. Как сейчас называется? 23, да, сейчас? 23? Да, сейчас, подожди. Подожди, не помню. Сейчас, ну-ка, настройки. 23.12.1 называется. 23.12.1. Сейчас посмотрим. У меня здесь что? Алло? Вот. Где она? А. Редактор сцены. Сейчас я горячие клавиши поменяю, то у меня что, да, у нас тут это все равно сервер, на котором вы играете, вскоре будет отключен. Надо угадать. Да, надо выходить, да. Подожди, надо в гараж, да, в гараж ехать? Да. Гараж.
Да вот паузу. Он, поехали. Тут недалеко. А можно ж так? Можно ж быстро, две кнопки нажал, вот там. Окей, окей, сейчас. Сейчас я начну, Так, а, в игру еще надо войти, да? Да. Мы как раз сейчас в лобби выйдем. А, замечательно. Успел вовремя. Не, не показывает мне сейчас игру. Почему не показывает? А, во. А версия? Ну я-то я вот. Там Need for Speed игра включена. Мне вот когда какие-нибудь трамплины выполняю, нравится смотреть на машину сбоку. Как эта подвеска поднимается, как колеса это. Да. От дороги отлипают. Я ну сзади смотрю. Не, красиво. Так. Меня просили ссылочку скинуть на твой канал, мы сейчас скинем. А, да. Я видел. Я вижу. Беру. Кстати, классный дабстепик ты поставил, я вот тоже хочу. Ой, дабстеп, драм энд бейс. Мне очень нравится, тоже хочу его поставить. Наверное, ну, уже не сейчас. Потом поставлю на хит просто. Как буду эти на Макларене проходить. Ты куда делся? А, просто музыку фона? Да. Ну да. Я вышел, потому что... Олег, я сейчас захожу, подожди. Секунду. Я в лобке. В лобке. Мне стояло, надо выйти, зайти. Гараж мне не помогло. К сеансу, давай еще раз. Я в гараж зашел, мне то же самое стояло, что... Тебе сначала надо в гараж зайти, а из гаража надо выйти в лобби. Ну. Все, принялось. Ну что-то по два раза надо принимать почему-то. Со второй попытки. Так ты медленно садняться стал хит, прям что-то, я не знаю. Так сидишь, ждешь. Алло! Во. Да-да. Лю-лю-лю. Отправил приглас. Кстати, Forza 4 выигрывает по опросу. Пока что. Ну да. Подождем пару дней. Ну а сколько еще там будет сервер на ней работать? Хороший вопрос. Хотя... Ой, да ладно. Сервера на Forza 3 еще работают. Да? Вот, видишь. Тогда что, четвертое можно будет покупать? А что, опять второй раз приглашение, Миша? Да я не видел, что ты принял. Ну я принял, и опять. Сейчас вот, хорошо. О, опять троица, блин. Сейчас я звук. Так я выключил. Да я... А, я хотел зайти выключить. Все выключил, всех. И опять та же афиша. Все, у меня выключилось у всех. И опять та же афиша. Копировать. Так, мне надо 600 тысяч, и потом я делаю апгрейд машине и выезжаю на новой машинке. Даже так? Вот так, Олег, мы только купили, а кто-то уже... Да пускай ездит на здоровье. Они у меня куплены, они просто на них денег нет. Ну да, тебе надо на них весь этот тюнинг, чтобы поставить все это, да? Да. Ой, кстати, сейчас ну-ка я с другого канала вообще зайду. Куда ты с другого канала собрался стоять? К себе на стрим. Кстати, всем привет, у меня вот тут стрим запустил наконец-то стрим. Так, и сейчас надо вот телефон еще поставлю как надо. Меня слышно вообще? На стриме, да. А вас? Ого, зеленый. Вот, кстати, у меня на этой... Привет, мага. Хорошо, что зашел. Вот на этой у меня нет... Сейчас я здесь рекламу сделаю еще от этого. Рекламщик. Конечно, чё? А чё, не работает? Я забыл, как переключаться-то. Поделиться, нет? Оптика, тюнинг. Фолия. А вот здесь. The calls. А тут каналов только вон моих, вторых-то за это. Все пойдет. Что-то тут их много. Что я ранг?
О, да, здорово, медведь. Спасибо, что написал. Доброе утро. Почему он? Доброе утро, у кого это утро? Это я шучу. Ну что так? Вот это мне вообще надо убрать. Подожди. Как тебя убрать? Чего у меня не работает? О, прикол, не работал. Пад. Прикол. Шкалины шпигель бештиген. Д. Убрал. Сейчас, подожди-ка. Дневные гонки. Ждем. Я это вышел из гаража. Окей. С. Нет. Сейчас, секундочку, я кое-что тут хотел. Вы тормозов, надеюсь. С. О боже. Что такое? Да игра тормозит что-то. Ну, я сегодня тоже так это заметил. Ну ладно. Что за фишка, непонятно. Камера руксится. Есть такое. Приглашение подсылать можно? Да. Приглашай. А, подожди. Ежедневное что-то там выполнил дрифт. Кстати, давайте на дрифт, как вот я писал. Просто в отдельно пройдем все и все. Дрифт? А, ну ты имеешь в виду каждый будет. Да, мы доезжаем до одного и того же дрифта. И типа, ну, пока едем, комментируем. Пока каждый проходит по отдельности. Опять на тачку. О, нифига себе купил. Это же это Акура, или это не кто-то приехал? Нет, это не Миша. Приехал. От гаража отъедь, Олег. Сейчас. Отъехал. Ты меня ждешь? Да. А, пока возле гаража, ты не можешь приглашение прислать? Да, да, да. Ё-моё, извиняюсь. Приглашение. Just Go Game, привет. Just Go Game. Добро пожаловать. Ну, бас. Ну, бас. Телегу тоже. Внезапный. А у меня бабушка была без прав. Не ездила. Это кто тут на Ламборджини притерся? А это опять какой-то чел? Я не знаю. Он что. Пишет, говорит, вернее, у него бабушка быстрее ездила. Ну я понял. А моей водительского удостоверения нет. А, это что такое подъехало? Подъехал Петрик из Польши. Где вы там? Три, два, один. Петрик. Да, никто не хочет больше. Приехал Петрик из Пончи Побо, сигналит возле меня, знаешь, у него сигнал был, как у тебя тогда на Феррари стоял. Что-то похожее. Шикарно, так, только бы не тормозило все. Знаешь, сегодня какой-то тормознутый день. У всех. Не, реально, что-то я не знаю, что происходит с компьютером. Сейчас вроде бы игра более-менее идет. YouTube. На чем там Миша, на Пагани? А, Макларен, ё-моё. На Пагани я. Так. Это самый старый добрый. Не подпрыгните. А, сейчас будет, ну. Кусты, кусты, кусты. Ого! Я ничего себе у меня! Вот это подзакинул, вот так прям так прикольно. Кто там за мной едет, а? Ты что ли первый там? А кто еще? Это я еду. Я слетел. Смотри. Ух. Здорово. Пагани взял, зонда. Не, это не зонда. Зонда старая. Это.
Это на матершинное слово называется там. Хуй, хуйра какая-то там. Матершина. Хуяра, да. Очень матершинное слово. Хаяра. Хаяра. Харя, короче. Блин, я не помню тогда. Она очень клёво прилипает к асфальту. Прям мне нравится. Значит, попер на неё. Ну, она дешевле. Феррари купили за 2 миллиона, блин, с копейкой. С Тимуром последний раз. Столько денег. Ну, зато на тюнинг там немного было, потому что были доп. Детали уже, где-то 200 всего. А у меня нету, кстати, некоторых запчастей. Нужно будет в ночь опять выходить, иначе никак. Ох. До свидания. Что, не вписался поворот? Прошел. Ты хотел меня рануть, но я прошел. Поворот не вписался? Ай! Забор. Ага. Забор. Вот не вписался, такой самый главный уезжает. А тут мы, получается, комментируем, что надо... Поворот не вылетит и вылетаем. Забор и вылетаем. Не, ну я забор, как бы я просто его с собой забираю, все. Да, ну такие проблемы. Дорога классная, конечно. Вот здесь бы я на мотоцикле прокатился, а? Нет, куда я поехал? На тебе. Куда ты? Видал тебе, как Феррари по полям пошел. Вот он, сигнал этот классный. Смотри, как... Погоня, видал, как разгоняется? Сейчас, держись. Чат, я вижу, сейчас вернемся к вам обязательно. Как только вот... Вау, Миша! Че ты там? Сейчас чат могу спокойно уже читать. Но я сейчас хорошо написал. Я спокойно не могу читать, потому что... Нельзя отвлекаться. На тебе! Телефон превратил во второй моник. Ах ты. Теперь у меня есть для него подставочка. Ну, хитрый какой, а. Ну, а чё? Нет, хорошо. Второй монитор вообще классная штука. А когда третий, там вообще... Как стоячего. Ну да. А чё тут столб такой? Вы чё тут, телекоммуникации тоже? А я же хотел, чтобы ты мне повреждал машину, я отъехал влево. Я, кстати, вас врезался, у меня еще повреждений сильных таких и нет. Удивительно. Вот это еще вписался. Что-то я рано начал поворачивать. О, да. Спасибо с возвращением, мне пишут. Привет, Егор, как настроение? О, я в людей улетел. Ты чего? Третий, ну хотя бы не последний. Степень прицепания авто зависит от площади. Может быть, начать даже третью лару. 77 тысяч мне дали. Такой закон, Бернольф, все делает остальное. Да, диффузор. Да, без меня поехала машина вообще, без меня. Вот кушаю. Приятного. Макларен, конечно. Приятного. Самолет. Аж искры пролетели. У нас по-разному, но вроде нормально. Сегодня прям тотально отдыхаю. Ну, завтра опять на работу? Да. Так, вы готовы? Да. Готовы. Отправим. Скорость звука. Так, ну что? Да. О, у нас плюс один. Кого? Плюс один у нас. Ага. Ну, у нас четверо. А, ну. Да, и вышел сразу же. Ну ладно. Блин, наушники тают. Наушники поменять, что ли? Ладно, сейчас пройдем эту гонку, поменяю наушники опять. Чё-то свет красивый, прям даже. У кого? У тебя. А вот я не помню, кстати, он был в стоке или нет, честно. Но вот тебе на Феррари подсветка снизу не идет, вот это вот моргает, честно. Она там не нужна. Новогодняя? Да, она как-то мелькает все это. Блин, как там... А, поменяем потом. Как это писать было, подожди. А, хотел написать, не успел.
Ну, у него что прикольно, в стоке уже диски такие клевые, да? Прям да. Даже их, даже рука не поднимается их поменять. Да, не, вот именно в этой Феррари, да, вот, вот во многих машинах, это, блин, второе, что делаешь при тюнинге, меняешь колеса. А вот в... Кто тоже на Феррари, Тимур. Миша? Тимур, ты помнишь, что гонку? Чего? Вроде. Я Тимур раз... Помнишь, где я тебя перелетел? Пошел, смотри, все, всех растолкал. На Феррари ты меня перелетал здесь. На ламбе, ты на Феррари. Ага. Вы были на ламбах. Да, может быть. Уи! На тебе. Оп, до свидания. А, это ты? Стоять. Че тебе так болтаешься по дороге? О, я тебя догоняю. Я тебя обгоняю? Да ладно, что ты, ну, Феррари, быстро тачка там. Оказывается, погани быстрее. Ну, наверное, значит, у Тимура какой-то запчасти нет. Я тебя тоже вот хорошо. Поганый. Хорошо иду за тобой. А, минус. Куда и в дом. В дом. В дом. Так я перелетел, видал, как сбоку вот по мосту. Ё-моё. Да не перелетал ты меня. Да не тебя, а сбоку я пролетел, вот вообще не по трассе ехал. Я чувствую, сзади соперники подкарадываются, аж страшно. Нравится гудок. Ну да. Чё там, кто в чате, у кого сидит, голосуйте. Forza 4, Forza 5. Да, вот, кстати, Just Go... Just... Подходите ко мне, голосуйте. У меня там в сообществе. Это, ещё такой вопрос. Поворот не забудьте с бассейном. А, опять этот поворот здесь? Окей, постараемся. А вот он уже. Нет, машина так сильно разгоняется. Нет, ага. Я притормозил. Блин, ты что, меня толкнул, что ли? Нет. Как нет? Все равно воду попал. Ну почти. Я на песочек заехал такой. Я думаю, буду загорать. Блин, слетел. Я уже. Я уже тормозил. Поехал. Я вопрос поставлю еще в чатике. Just Forza 4 или Forza 5? Вопрос. Какая можно в чате же это ставить еще, да? Вопрос. Я чё не перевариваю Forza из-за того, что она сильно реалистичная, написал Just. Но в этом же есть смысл, что она такая реалистичная гонка, ну, это? Да. Или нет? Угу. Наоборот? Наоборот, клёво. Наоборот, ну как бы в Gran Turismo я из-за этого тоже езжу, потому что мне некоторые вещи нравились. Схожесть большая с реалиями. Да и выбор автомобилей там больше. Там, ну там, да, библиотека, я видел, большая, как-то вот, когда ездили, это самое, кто ездил там, Горевич ездил, кто-то еще ездил, да? Да, у меня Горевич. Ты тоже ездил, да? Да. С ними. У меня 3-я, 4-я, 5-я. У тебя и 5-я есть? Да. Ну ты даешь. Я тебе говорю, что они много места занимают при обновлении. Надо посмотреть, у меня... Какая-то там была уже. Только я еще просто ее не записывал на компьютер. Это была даже? Да. Ну я ее получил в подарок еще, когда только хит только купил. Я ее не трогал. Третья. А, ну да, ты писал, что третья это самое. Бесплатно была, Миша. А по Gran Turismo слышно что-то про выход на ПК. О, кстати. Да, слышишь что-то про Gran Turismo на ПК? Нет, пока. Gran Turismo на PlayStation, как бы на пятую, да. Но на ПК еще не знаю. Да, какая-то на ПК должна выйти. Я вот тоже что-то слышал, но не знаю. Ну это седьмая будет Gran Turismo тогда, потому что шестая давно уже, даже на шестой даже серваки они остановили, засранцы. А сколько им лет-то? Ну, я не помню. Ну я в шестую играл долго. Приглашение скинул. Седьмой, да. У меня была пятая. Сколько платит? Подожди, сколько у тебя платит за гонку? 66. Миш? Мы здесь 66. А, ну ладно. У меня 69 было написано. Ладно, давай тогда. Плюс-минус 2-3 тысячи роли не играет. Там реалистичности 0. На что мы купим? Я не знаю, я эту игру где? Со стороны где? Видел. Если я прокачусь где на этой... Реалистичность 0? Форзе. Ну, Форзе написал Just. Кто говорит? Just.
Я не знаю, сам еще никогда в эту игру не играл. Вот, Миша, ты играл вот в Forza, как тебе? Нормально. Нормально. Ну вот. У меня любитель гонок, мне нормально все. Главное, как... Я тоже любитель гонок. Как у нас говорят... Правда, есть исключения, конечно. Ветер в харю, остальное сами знаете. Все, сдавайтесь. Я любитель отдохнуть, но пока не дают отдохнуть. Пока не дают. Вот кого, блин, я даже кадр сделал, понравился. Пойдет на пробег какой-нибудь. Ты видел, Олег, я тебе скидывал этого в Инстаграме? 15:59, 16:00. Закат в Европе, да. Да, да. Ну такое. Вот сейчас примерно. Так. В Норвегии такое, да. Вот сейчас на улице, сейчас у нас уже резко стало темно. Еще минут 20 и все. Ага. Но у нас сейчас еще целую неделю, еще будет каждый день только темнее. Играем, да? Чего? Вы играете 45 минут, а я совсем недавно зашел. Вторая-третья гонка. Не, просто мне музыка отключилась, а 45 минут было. 45? Да, 45 минут уже, да, есть. Ты ставь на 2 часа микс. Ну, я пока не нашел такой, это свежий. Ну, я тебе скину. Ну, еще надо находить это, ноу копирайт. Там и есть у него плейлисты большие. Или... О, скинешь? Или... Нет, 12-часовые надоели уже. Не, на это нет, это перебор. У меня вот часовой, даже часовой я ставил. Куда ты поехал, а? Кто? За грибами. Грибы. Древо косить. Часовой ставил я, за 2 часа у меня 2 раза это прокручивался, прикольно. Когда чувствуешь, заново началось, ага, 2 часа, все, можно стрим закрывать. Вот такого типа. Ну это тоже, знаешь, надоест одно и то же слушать, честно. Не, ну это когда... Так. 12-й часовой тоже есть смысл ставить на несколько стримов. Ничего себе, у тебя несколько стримов. По 6 часов стрима? Нет, по 2. Просто говорю, 12-й часовой ты там ставишь там, на 6 часов. А, 2 часа прошло, стоп, да? Ага. И потом, чтобы музыка не повторялась, да? Угу. Что-то я замерз. Неужели температура опять на ночь глядя будет, а? Достало все тоже что-то. Чё там медведь? Чё с твоим Диабло? Счастливчик там какой-то на 3-м месте. Угу. Лаки-лаки. Лаки-люк. Ой, блин, эти повороты. Я вспомнил. А он бот? Да, скорее всего, бот. Да. Но если у тебя по-латински написано, то бот. Нас смешат сейчас русские версии игры. Ага. Блин, я на английской версии проходил ее, потом на итальянской. Теперь ладно, на русской. На итальянской вообще прикольно. Ну я поставлю, потом вспомню, как надо. Не интересно. А в середине игры так нельзя поменять какой-нибудь там этот? Не, это надо прям выходить в эту самую в Steam менять. А, даже так? Да. Нет, у меня на днях кое-какая другая мысль появилась. У меня одна игрушка, которую я вообще забыл. Мне же самому стыдно. И вот ее прям на днях надо будет включить. Посмотрим. Драйвер? Не-не, это я прошел. А, прошел ты уже ее? Да, я быстро. Сразу прошел ее, и все. Она быстрая. Сколько стримов? Я не помню уже. Ну я там пару стримов, блин, мучился пока с управлением, все это же... На PlayStation 3 я играл в нее, не на компьютере. Но он на ПК вроде есть, я смотрел. Закат. Что там наши посели? Пускай разрастаются. Будем петь тополиный пух и контент вдруг вжух. Нет, тополиный пух нахер нужен, потому что от него тоже аллергии много и пожаров. Тополиного пуха тоже много.
Долго ешь на поворот поймать. Да, поворот. С поворотом штука такая. Так, не в. Кстати, не может мотор может поменять на эту машину, можно, ну-ка. Skyline взял. Гаражик. Почему может? Не может, а можно. Сейчас заскочу, говорю, в гараж. В гараж, потом скажет, давайте. Убит. Я на вокзал съезжу, там мне там, у меня там подружка ждет, Светлана какая-нибудь там на вокзале. Знаем мы ваши гаражные посиделки. Так, характеристики новые. Абсолют? А, ну просто без плюса, а зачем тогда? Сменить движок, так, что мне здесь? Макс, не макс. Что-то можно покруче сделать? Потенциальная мощь 1239. Наверное, мне максимум. Сейчас я поменяю. Да, мне максимум по движку, ничего мне здесь не надо. Ну, уже у меня опять уже миллион заработался. О, Миша взял. Что-то у тебя BMW 2 или что это? Не, это X6, да? Да. Что-то такой X6 маленький в игре. Не, мне не сделал тебе быстрее. У тебя все на нее стоит. 3.9.3, да. Ах, надо, блин, наушники будет купить. Шины для дрифта главное у них. А вот можно шины поменять и чуть-чуть еще больше становится скорости. Так, ну-ка, сколько у меня сейчас процессор показывает? 83% процессор, прикинь. 70. Ого. Опа, подвисло. Да, что-то подвисает иногда. Что-то процессор. О, у меня сцепление было не поменено. Вот теперь вы 400+. Интересно. Сцепление не поменено. Да, закись азота в процессе набирается вновь. Да, можно сделать, можно, чтобы не было, но здесь набирается, да. Значит, не надо. Дифференциал что-то меняет. Получается не закись азота, а это пыль с колес собирается в бутылку, поджигается и вот. Ну, у меня все отлично со стримом, может. Там ну что, чтобы Миша? Там, типа, прогружать. Поехали успеет. Куда-нибудь. Вот я поменял сейчас, конечно, звук другой в наушниках, но... Что делать? Фу. Ту-т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 у. Так, Олег, а откуда... Вот я и говорю, пыль с колес собирается, блин. Ну чё, где кто где? Тебя кто-нибудь проголосовал? Пока нет, я сейчас... Но я хотел сделать здесь голосовалку, вот этот, как он называется, опрос прям. Сейчас. Мне нужно трамплин найти. Сделаю. Где трамплин? Так. Где он мне сейчас догонки дает? А, подожди. Нашёл. Пока. Минус дерево. Блин, а такой тачке, если в реале в дерево врежешься, то все, ей кранты. Ты же знаешь, как это работает. Да, если бы так было бы. Супер Марио. Можно? Там клип обрезался. Ладно. Так, я нашел вот рекламную эту хрень. А где трамплин? Хотел трамплин прыгнуть на нее. Не знаю. А что-то не совет, только фильтр чата могу сделать. Супер Марио. Марио Брос. Я этого играл на днях Just VT. Консольку эту, короче. И там этот был. Как он называется? Чувак этот, короче. Island забыл. Ну, он как Марио тоже такой в кепке так, ездил да? на скейте таком тоже гонял, там прикольно. Да. До гаража или пит-стоп? А вот здесь есть как бы гараж, вот заправка есть, чтобы этот пит-стоп все дела были. Слушай, что за фигня такая, а? Мистика. Ну, притормаживает. Или у меня настройки ОБС. Так. Сейчас нам неизвестно надо залазить. Это же опасная штука. Ты принял приглашение, нет? Нет, еще временные метки. Подожди. Что за временные метки? Отвечу. Трансляция, эти настройки. Или создать здесь? Или создать? Создать опрос. А, это только с ПК можно. AMD стоит, ну. Ну, сейчас. CBR. Я пишу. А, ладно, мне надо будет. По гонку ждем. Кто не в игре? Я здесь.
Присылай еще раз. Егор. А, вон нашел трамплин. Да, по идее так и надо. Вот так мне за этого и нравилось Гран-туризма мне не нравился. Гран-туризма ты едешь, у тебя бензин закончился, заезжаешь в реале, когда резину менять. Ты что, уже в гонке был какой-то, Тимур? Не знаю. Я что-то принял. Может, одновременно опять? А, во, Миша послал. Принял. Блин, я еще успею на трамплин тягануть, успею. Да, успеешь, минута. Да, да, мешаются постоянно всякие. А, блин! Успею. И, блин, что это поганя, цирковая, что ли? Баба, вон разносходов, так оно и есть. Я говорю, вот за это я и любил настоящий Гран-туризм. Когда ты ездил там гонку на 24 часа на нашей зеленой полосе в Германии, или ты ездил Лемон 24 часа во Франции, тебе в реале надо было заезжать, заправляться, менять шины, иначе блин, не, ну это писец клево, было. Есть! Голосов, пожалуйста, я создал вопрос у себя в чате. Блин. На трансляции. Самый хитрый, что ли? Ага. Так, ну, плюс-минус. Иногда бывает. Подожди. Форца 4. А, кстати, а там вообще читал, есть закись азота? Читал раньше как форца, потому что у нас по-итальянски вот это слово начитается. Ну, конечно, форца, ну. А потом я узнал, а, форза, оказывается, называется игра. Может, она и называется форца, это только в России говорят форза, ты знаешь. А, ви? Ну, потому что форца, это типа сила же, мощь. Ну, форца. Я, наоборот, думал, что это итальянское что-то как раз-таки с той стороны. Вот-вот, я тоже думал. Потому что там у них постоянно такие названия, блин, страдали, мурчелягу, вот это всякие там все названия, чтобы страдали, чтобы страдал, ты берешь машину, ты страдаешь. Ремонт очень дорогой. Страдали — это дорожное. Ну да, да. О, здоровки, здоровки. Феррари же вроде бы страдали, да, такая там какая-то есть модель, я забыл. А мы потом приехали, мы в Италии в отпуске были, я говорю, это Страцетелло. Страцетелло. Да, ну вот это мороженое с шоколадными, вот этими, ага. С шоколадной перхотью, как я говорю. Перхоть, шоколада, короче, такие насыпи, знаешь. Мое любимое, с шоколадной крошкой. Да, серьезно? Да. Нормально. Ну, короче, Страцетелло, да. Или как эти? А чё? Чё это у вас значит? Чё? Чё это у вас значит в Германии? Ну, мороженое ванильное с этой шоколадной стружкой вот этой. Ну да, да, просто говоришь. Ну что ж, это что? Ну да, но я говорю, за место страдали, Страцетелло, знаешь, такой прикольнулся. Ну, это жоба как бы итальянская тема. А у нас что-то было... Блин, дай-ка вспомнить. Что-то такое было тоже веселое. А, когда итальянцы бесятся, когда неправильно говорят, и такое... А немцы говорят по жизни неправильно итальянские вот эти названия, что макиато вот эти, да, что... А, макиато, эспрессо. Да, эспрессо. Они говорят не эспрессо, а немцы говорят экспрессо, знаешь? Итальянцы у них прям это ж... Ну, подгорает во всех местах, да? Не экспрессо, а эспрессо, да? Они же такими эмоционы, да, с эмоциями все время. Они прям вообще за это бьют. Джаз, сейчас прочитай мне в чат, блин, нельзя смотреть. Меня... я посмотрел, все, ушел в кусты. За грибами. Говорит, не могу, и главное смотрит. Ну, вот так вот. А я через не могу, и все равно в кусты уехал. Так я вон за Мишей пытался, за Мишей вон. Он едет, все борта собирает, все успевает. Еще и с нами... Блин, такое ощущение, что у меня с этими шинами, она наоборот как-то дрифтит. Ну, так шины поменяю, у тебя будет... Что-то за варианты, а то телефона не видно. А ты нажми, и там появится. Просто нажать надо на белую штуку. На белую штуку? Ну, над чатом, который... Ты скрыл чат, у тебя он там наполовину закрытый. Он написал, ты баллон из расхода был, и все. Чего? Ну да. Потом едешь на, на диске алюминиевом, едешь. Джаз написал, ты баллон из расхода был, и все. А здесь ты баллон пополняешь.
Все правильно, нет. А, это, вот это... В этом смысле реалистичность. Это я видел. Ну, ну не, ну, в Гран-туризмо, но там вообще в Гран-туризмо вообще забываю. Такого не было, мне кажется, нитро. Там только именно нормальные запчасти стояли. Привет, Василий. Спасибо. Я не помню, что там нитро. Нажал рандомный, и, видимо, 4 выбралось. Нитро, это чувство, вот, форсаж. Ау. Все, значит, Василий ко всем сразу зашел. Привет, привет, Василий. Да. Что-то я замерз, а слушай, что за хрень такая? Я по всем трем чатам перебил. Миша, ты тоже голосуй. Голосуй, не голосуй, все равно получишь. Я самый голосуй, не голосуй, все равно на четвертую берем, да? А я посмотрю, что у меня там есть. 82 тысячи. Может, не покупать не надо будет ее? Ну, мне потом ссылку... Меньше тратить. Стимовскую в Дискорд закиньте на Forza 4. Я вообще посмотрю эту тему, если... Так, сейчас... 50... Да нет, сейчас не надо же, конечно же, сейчас. Зачем сейчас? Ну там же у них сеттинг разный, я так понимаю, в пятой там передачи сами переключаются. В смысле? В четвертой нельзя, что ли? Сам в какую тему больше хочешь? Ну я бы четвертую сыграл, как ты вот говоришь, типа растянуть удовольствие, с четвертой начать. И вообще, ну, нахваливали из моего окружения, я бы взял прям четвертую. Я бы в отпуск поехал. Так, вот сейчас у меня 56 тысяч предлагают. Поехали? Мне кажется, она больше стоит. Берем? Отъезжайте. Отъезжаем. Миша, а, Миша, сорян. Ну я тебе взял приглашение, все? Да, давай еще раз. А я взял, Миша закрыл. А, закрыл. Скинь. Я теперь что, я не успел. У меня ничего не идет там. Отчета нет. Миша, значит, успел скинуть, вот. С. Вот, я ее хотел уже взять. 56 тысяч предлагали. А тебе сколько предлагали? Больше? 57. Блин, ну мне 56 предлагали. Давай я лучше возьму, слышь, стоять. Я говорю, 57. Блин. Прикольный. Серьезно, что? Я думал, 37. Это как? А вот так. Еще заново пригласи. Да, пригласи теперь. 70. Пригласи. Больше скидосы. Тимур. Вышел. Выйди. Выйди, я сейчас это самое. Окей. Тебе больше типа давали денег? Не, ну сейчас Миша говорит... 57 дела. Давали. А, ну 57, ладно, я думал, блин, 37 я послушаюсь. Если 57, тогда давай. А что теперь, не дается, да? Это а, во. А можно принять? Все, все, принял. Говорят, что графика в пятой крутая, и по звукам она лучше. Ну, блин, пятая, это понятно, что следующая же часть... Но я думаю, что и в четвертый тоже ничего. Все, вышел и вошел нормально. Потом туда-сюда и обратно. Хвайра. Хвайра. А что скажет? Даже не знаю, как она правильно называется. Я сегодня в Ютубе посмотрю, как это правильно машину назвать. Это правильно. Хвайра. Эй, кого это? Велосипед. Велосипедный звонок. Что скажет эксперт, а? Кто эксперт у нас? Миша? Эксперт по Форзе, да. Я в нее не играл. Если Миша сказал сойдет, значит нормально. А, сойдет, окей. Ну там. Там тачек намного больше, чем здесь, да? Странно. А там же я, кстати, видел, там же есть и эти ралли, типа, да, тоже такие гонки. Джипы и ралли, грузовики. О, ну все, началось, короче. Намазал. Карты есть. Намазал. Но там, а дрифт, там тоже есть гонки или нет? Да, вроде. Ансамбль. Ну да, звучит как... Не очень интересует. Да, у меня на этой тачке, блин, у меня на другой тачке колокольчик. Это вроде следующая часть Форзы получается, Форза Моторспорт. Че тут за блиц такой был? Кого? Не знаю, что-то посмотрел, что-то... Кого сфотографировал за превышение? С одной стороны, да, вроде красиво, но с другой стороны, не хочу пока. Что хочешь? Да, мне пишут Форза Моторспорт. Да, блин, еще в нормальной Форзе... Ай, блин, нифига себе! Ёп! Парни.
Вот это под... А ты был? Вот это надо на, точно на шорт скинуть. Что это у нас время? Один час ноль четыре. Да, да, тоже в шорт надо. Час ноль четыре, все. Блин, вот это подбросило, все. Ну да, правильно. Блин, вот из-за этого сердечка не вижу сообщения. Замуж не хочешь. Че, я опять проехал чекпоинт? Молодец, молодец. Молодец. Прям вообще. Браво, сеньор, браво. Уехали все, меня бросили. Сцепление такое на Horizon и Motorsport, а. Понятно. Ну, типа, вместе слили части. Нет, вот Форзу реально хочется. Четвертую, пятую. Реально, вот давно, давно уже желание есть. Успокойся, я потом позже напишу, какая мне там вообще завалялась. Чтобы вообще знать, покупать или не покупать. У меня вон скидка, говорю, пришла же вот, за 30 евро пятая Форза, ё-моё. Да, у меня то же самое. Но они места на компьютере много занимают. Блин, я знаю, надо мне... Ой, надо... да возьмешь, удалишь потом. Чтобы нет, так жесткий диск я хотел все равно менять. Если жесткий диск поменяю, мне ничего удалять не надо будет. Я потом просто сделаю там отдельно. Я жесткий диск хотел сейчас 4 терабайта купить. Да в Steam же удалить, скачать, это же не проблема, у тебя игра же типа есть. Жесткий диск ты покупаешь на 4 терабайта, а получаешь не 4 ТБ, а 2,90. Серьезно? 3,90. Да. 3,900, ты договорился. Как из 4 может быть 2,900? Это мало, маловато что-то будет, тогда-то. Не, неправда. 3,700 что ли, или 3,600. Из 4 терабайт. Но 2 мало будет. Нет, о, у кого-то стоит. Там дым идет. Огонь идет. Макларен. Не, ну смотри, у меня вот. 4 терабайта стоит. У меня вот терабайт, допустим, да. 960 гигабайт я могу с них пользоваться. 40 гигабайт нет. Это да. С терабайта 960. Вот. Я вот хочу SSD. Вот посчитай, взять, если. Под игры. Если 2 терабайта я поставил, у меня там. Я ее поделил, но там тоже. Наверное, гигабайт 60-80 не хватает, мне кажется. Форзу надо ставить на SSD. Ну вот там-то и дело. Форзу на SSD, ну отлично. Ну у меня есть, в принципе, но я его использую под рендер. Ну, чтобы видос туда рендерить. Ну SSD у меня, да, у меня тоже там... Не подвисало и быстрее. Ну да, у меня вот этот вот... Быстрее, да. HDD я хочу убрать как раз-таки жесткий диск и поставить SSD-шник туда, на это место. Ну, SSD-шник меньше живет, в этом-то проблема. Туда лучше, как чем, бы, ну, чему меньше живет? Долгосрочно не ставить. Они быстрее деградируют. Да, ну. Я в Sleeping Dogs хорошо тачки чувствую и могу на скорости на них тачку ворачиваться. Это круто, нафармил. Все, риск. Денег, вот, походу, смогу себе тачку купить. Но все самые крутые я уже купил. Картинка, конечно, сыплется на такой скорости. YouTube надо что-то делать, конечно. Вот у гонки и современные игры кодеки YouTube уже не вытягивает. Ну да. И есть такое. Прям, главное, стоишь, да, все нормально. А на скорости прям начинает сыпаться. Угу. Не, когда записываешь, вроде еще как-то приемлемо. А вот так, стрим это да. BMW я взял опять. BMW. Знаешь, у нас... BMW, как у вас нас... говорят. Да. Не, BMW так и говорят. BMW, BMW это в Америке могут говорить, у нас нет. Не, в Америке BMW. Да, у них точно, у них там W. Я говорю, что вы там за W-каем? W-каете. W. Мне бы сказать V. Я просто смотрел ютубершу одну немку, и она прям говорила, что BMW читается. У вас. Ну, Porsche, BMW. Кто как. Она уже, наверное, не немка уже, скорее всего. Здорово, это я, модбот. О, здорово. А чё, ник постоянно меняешь, что ли? 37, ну чё? Куда? Сейчас я подъеду. Сейчас приглашу. Окей. Я помню еще со времен, пока первый раз в Форзе. Через 3 месяца SSD-шник умер. SSD-шники, наоборот, они же, блин, сделаны, как у USB-флешки. Так картинка, что было больно смотреть. Ничего себе. Вот почему? Да. Ну он до этого чем занимался, твой SSD-шник, Just? Тем более SSD-шники бывают разные, если вот там не самсунговские, а какая-нибудь дешевая, да-да. Молодец, молодец, ложись. Самсунги, я которые покупаю в гарантии, у них 5 лет. Я отправил. Это минималка. Ой,
Отъехать надо. Именно 870 ИВА. Принял. Хорошо. Я вот на днях смотрел два SSD-шника, да, одинаковые емкости. И получается, один стоит дешевле, другой дороже. И вот этот, который дороже, он ИВА окончание, а у того на Q начинается. И потом я начал читать, и то, что у того намного больше циклов можешь ты, допустим, записывать и стирать, чем у того, да? Чем всего, если есть такая возможность, поставить M2. Ну, M2 у меня стоит на Windows. M2 у меня тоже под Windows, 120 гигабайт. Он уже был там в оригинале. Мне вот не поставить второй, типа у меня есть место под 2 M2, но вроде мне второй не работает, который нет, под видюхой. Если ты ставишь второй М2, то первый будет, второй может работать на меньшей скорости. Ага, понятно. Это тебе надо его ставить в слот PCI, как видеокарту. А, сбоку там отдельно, то есть? Окей. Я не знаю, сколько у меня там было этот М2. Слушай, у меня вот, смотри. Гигабайт 500, наверное, да, у меня он Windows на нем стоит, все это. Вся система на М2. У меня система тоже стоит на М2. У меня есть 6 слотов SATA, ну, под HDD, под SSD, да? Угу. И я 4 как бы занял уже, а 2 других сбоку у меня не работают. А я не знаю, где они, а мне тоже этот говорил. Сбоку есть, а где они там сбоку? М2, когда подключена, у тебя 2 боковых работать не будут. А-а-а. Что-то такое, прям написано в этом руководстве. А мне это такое, у тебя есть там еще, нифига мне дали в машину, все. Просто, ну, пиздец. Если есть возможность какая-то, может их что-то там подключить как-то просто. SSD бы себе взял на... Так я SSD взял, тоже. Я SSD взял, поставил, вот у меня сколько там, терабайт или 2 терабайт, наверное. Он заканчивается быстро, ну как бы видеофайлы большие, да? Ага. Или просто возьму на терабайт, а тот, который на 480, просто вытащу. Кину просто все. И вот, а тут можно и... Блин, да кому продажа за 20 евро? Я думаю, вот этот HDD как раз таки вытащить. HDD-шник. Туда SSD поставить, именно его. Знаю, все у нас работает нормально. Ага. Согласен. Ну, самсунговские они, гарантия большая. Кстати говоря, об этом вы уже пробовали внедорожники. Проехал. О! Эй, Samsung, у меня это, я Kingston обычно ставлю. Пробовали внедорожника сделать как дрифткар? Не знаю, может Миша пробовал? Миша точно пробовал, у него есть. Нет, еще не пробовал. Да как? Под гонки пробовал, под дрифткар. На X6. На твоем. На X6 это же как бы полноприводный X-Drive, на них как бы дрифт на нем как бы не очень. Тут надо что-то такое, где колеса только сзади буксуют на дрифт, тогда нормально. Вот у меня M5, он и внедорожник, и дрифтер, и, блин, машина на все времена. Универсальная штучка. Ага. Ох, эти немцы, блин. Только в реале так не работает. Придумали, заезд не пройден, вы не финишировали, это что такое? Ха-ха-ха, я тебя догоню это сейчас. Это что было? Ты что? У меня первый раз такое, что это? А, ты вылетел? Ты вообще последний стоишь у меня, 8-й. Ну, я был написан, заезд не пройден, вы... Нет, и все. Гонка, что это такое? Может, тебя выкинули с сервера? Ни разу такого не было. У меня последний круг, у меня еще один круг. У тебя это... А имеет какой-то смысл SSD ставить под хранение файлов и видео? Я просто думал, что чисто под винду и игры, а под хранение файлов уже можно взять просто большой жесткий диск. Вот под хранение файлов SSD смысла брать нет. Лучше обычный HDD. Да? Жесткий. Да. SSD ты бери под игры, под рендеринг.
и под что еще? Не помню. Вот. Под, ну, более скоростные такие вещи. Игры и рендер, вот. Мне для этого нужен SSD. Блин. И то, я, по-моему, и... Я, ну, у меня обычно на HDD стоят игры, я даже не знаю, есть ли мне что-то сейчас на SSD. SSD. Стоит ли у меня SSD. Что-то там. Вроде что-то ставил на SSD, было дело, но не помню. Сейчас этим не заморачивался. Работает. У меня, получается, есть и HDD, и SSD, и M2 есть. Все три стоят. И то, и то, и то. Я тоже все три стоят. Места мало, блин. А ну под рендерик вот. Если не мучить его перезаписью, проживет долго, а вот рендеры и прочее быстро приговорят. SSD быстро заполняется на терабайт? Да нет. Он так же, как и HDD, просто там скорость записи выше. А, вот, Миша, ты такое говорил, вот Джаст написал. Все правильно, M2 отрывает образно половину портов. В начале случая PCI 16X. Вот, вот. Ну а видишь, я этого не... Кто тебе такое скажет? Мне такие, у тебя еще есть, у тебя еще есть. Объективно, да, в вот качестве памяти... У меня еще есть место для одного M2 и еще два места под жесткий диск или SSD. А вот ни хрена, они не будут работать. Так я вот именно что, Just, я покупаю Samsung, потому что скупой платит дважды, а балбес потом спалится, у него жесткий диск. А мне файлы, они очень дороги, которые я записывал, особенно если где-то в отпуск ездил. Пройдет полгода, я потом только начинаю это все обрабатывать. И у меня этот SSD-шник, соответственно, у меня стоит не 30 евро, так, или 80. Есть? 300 евро. 300 евро стоит. 250. Да ладно, 300 евро. Ну, а если... что так много у тебя стоит SSD? У меня SSD, я смотрел, на один терабайт 50 евро. На терабайт? Так это еще и не Samsung, да. Во-первых. Во-вторых, я же тебе... Кингстон, это что-то дешевое. Я же тебе говорю, я покупал когда свою SSD-шник, у меня он стоил 180 евро терабайт, Samsung 180. Но это уже прошло уже полтора года. А я тебе говорю, сейчас 250 евро, это 4 терабайта. 4 терабайта. Не 2, не 1, а 4. Я говорю, у вас внедорожники есть? Да, наверное. Хочешь? У меня M5, как внедорожник. Сейчас пойдем в гараж, посмотрим. Только шины поменять, подвеску и все. Еще надо принимать простую вещь. Без дополнительного питания за полгода потеряешь все данные с носителя, потому что под хранением только... Ага. Давай, я на M5 проеду. Надо мне, знаешь что, в гараж... Дополнительного питания чего? SSD-шника, дополнительно питать его надо, подпитывать. Перепрыгнул так яму. Так что SSD ни хрена быстро не заполняется. Просто у него скорость выше, поэтому чем больше ты туда файлов будешь скидывать, тем они и заполнятся. Просто по скорости туда файлы быстрее скидываются, чем на HDD и все. По скорости, да, она для программ хорошо, но, блин, эти игры, я вот тест-то читал, я тебе, если я найду эту хрень, разница вот там. Но SSD, но Samsung, конечно, топ говорят. Именно, ну, может быть, да. Именно два SSD от Samsung, я удивился. Смотри, 4 терабайта я искал, да, вот. 3-4 дня назад мне скучно. И вот смотри. Скучно было. Да, вот есть SSD-шник 4 терабайта. Он стоит 169 евро, а второй стоит 269. Шин для бездорожья. Хотя одинаково в емкости и там 4 терабайта, и там. Но один называется 800 ИВА, а у другой не ИВА. У него там другие три буквы сзади. И вот эти три буквы, я там читал, короче, то есть у того 5 лет гарантия, а у этого только 3. И он этот может протянуть там сколько-то циклов гигабайт памяти, протянуть через себя, да? То есть ты будешь стирать, записывать. А тот, можно сказать, в два раза больше, он и стоит на 100 евро дороже. И там 4. То есть одни написали, которая дешевле форматом, да? Она вроде бы на Q начинается. Q, хрен понять. Надо будет, я найду информацию, тебе скину обязательно. И вот, которая дешевле стоит, ее стоит ставить в ноутбук за место HDD, как бы как работала, чтобы она просто надержала винду и программы быстро работали, да. А вторая именно для того, чтобы, как вот я, вот именно чтобы собирать информацию, да, и копить ее, как накопителем, да. Потому что она, и у тебя и гарантия на Samsung как бы хорошая. Я потому что удивился, думаю, почему
Я прихожу, говорю, мне надо это, мне продают за столько денег. Так, все, готовы. А то есть... Ну да, тогда имеет смысл. Да. Блин, мне не нравится, что резина, вот ты меняешь бездорожье, нормально, она всегда здесь одна. Ну, визуально это, всегда одна и та же резина. Такой, есть, да. А, ты не видишь что его не как... Не раз замечал. Ты имеешь в виду, визуально не видишь, что она меняется, типа там... От... Да, типа бездорожье поставил, у меня резина как, типа, на все скину. Эти зоны. Принял. А, мне надо машину поменять. Гонка оффроуд. Меняйте джипы. Подожди. Меняйте джипы? Гелик. Выберите джипы. Гелик. А что у меня еще на оффроуд есть? Вот, Ford Raptor. Я взял то, что мне на оффроуд есть. Мне не надо джипов. Но мне придется пока. Я не помню, у меня где-то Mitsubishi одна у вас оффроудом связанная. Что-то еще было. Я не заморачивался. Десятый, что ли? Мне они здесь эти оффроуд гонки что-то вообще не зашли никак. 72 платят. Да ладно. Ну тогда ладно, тогда будем мучиться. Так а что будем покупать следующий? А у меня... Такой? Подожди, я... можете пригласить еще раз? Блин. Да ладно. И вы уже начали? Не, если вы начали, уже пофигу. Я подожду. Едем тогда, Миш. Езжай. Если у вас гонка началась, езжай. Я сейчас заодно заеду, может быть, тогда машину другую посмотрю, тюнинг. Потому что у меня тут хватает барахла. Езжайте, без разницы, я сейчас тачку заберу. Ладненько, я собак пойду, завтра жаларка будет. Завтра я работаю, во вторник, наверное. Во вторник в 10, вот. Как бы Влад все равно, скорее всего, стримить не будет, а если будет, то у него потом все равно после 10, как бы, просмотр видосов. Ну, если хочешь, смотрю у него, конечно, ничего не говорю. Просто мне удобнее будет, скорее всего, во вторник вот. Олег, тебе просто места не хватило. Чего? Два левых типа зашло. А-а-а. Ну не страшно. Они думали, что это гонка, это... Не страшно. Я для сейчас... легеньких машин и зашли, а сейчас они вышли. Сейчас я найду, мне надо оффроуд тачку. Вот у меня есть X6 тоже, кстати. Я его под оффроуд делал. Чё у меня сейчас получается? Nissan Skyline. Skyline под оффроуд? Да. Подвеска. Nissan Skyline 2000 года. Подвеска под Амалму? А, во, зубарик у меня же был, Impreza, во. Во. 2000-й это какой, 34-й? Нет. 2000 у него это. А, 2000. Название. Который 31, наверное. Зачем тебе под рендер SSD? Не, SSD у меня не под рендер, у меня на SSD хранятся файлы, потому что быстрее. Это мне под рендер, я говорю. Быстрее заливается. Это Тимур под рендер. У меня на рендере. Да, быстрее рендерит. Программа-то у меня нормальная, ну как. Программа же записана на M2. У меня там реально в 3 раза быстрее туда рендер идет, чем на HDD. Доверю. Если не в 6, я не помню. Сюда надо ехать. Сейчас я зубарика сделаю. Опустил. Subaru. Так, глушитель я уже менял. Турбину менял. Что-то поднятая машина так сильно. А, ралли уже стоит у меня. Ралли. Что-то я не понял. А где оффроуд, дорогой? Штрека. Шоукейс. Спидкросс. Спидкросс у нас идет на дрифт и оффроуд сразу. Окей. Что-то я не понял, о чем мне на ралли. Дрифт. Рейсинг. Оффроуд. Дрифт. Дрифт ходовая. Улучшит. Мощнее машина будет, чем... А? Что-то так можно было? Хрень какая-то. Кого запчастей ночью нет? У меня. Что-то я слышу. Тихо слышу.
Мне надо сейчас... Вот Олега нормально слышу, Мишу тихо слышу. Да, вот он сюда тише. Я говорю, ночные запчасти кому нужны? Мне, мне. Ночные? Ну, сперва, сперва давай уже этот самый, так, релли. Во. Блин, он дрифтит так у меня еще. Не, ну оффроуд поедем еще же, да? На такой резине. Штрасс. Да, я сделал его. Да, я, кстати, вот в гараже сейчас покрышка меняю. И реально сильно ничего не добавляется. О боже, не... Взял, отлично. Блин, проехал не туда. Да, согласен. Драйверский хорошо. Синдром. Началось. Да, 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 да. Что? Хорошо, что я тебя на 900 метров делаю. Ага, боишься, нормально. Да? Боишься? Ща, подожди, у меня уже вон. Тачка уже готова. А то я все равно вторым еду. Субарик уже будет сейчас вас кошмарить. Ух. Держитесь, а парни. А что, конечно, сменим тачку. Конеохота. Чем рендерить? Премьер, да, у тебя же? У меня Adobe Premiere Pro. Блин. Еще есть After Effects, но я там другими вещами занимаюсь. Ну, After Effects классная штука была бы, но, блин, там надо время много. Ну, а ты этот, покупал да. лицензию или нет, или так тоже? Не, с торрента. Вот. А, там вот купил. Нет, Санечка у меня. Там покупал, значит, да? Где? В торренте? Ну, да. Ага. The Calls. Так, вот, на стекло. Вы еще едете там, да? Нет. Песочный нет, уже доехали. Серьезно? Да. Лютые гонщики, я говорил, блин, смешил. Так, А, Б, С, вот. Автоспорт. Ничего себе, тут даже на русском есть прикольные наклейки. Ну, да. Да я не смотрел. Всего же тут, этого. Тут смотри, сколько наклеек здесь, ё-моё, я даже не смотрел на это всю тему. Когда? Ё-моё. Круто. Life is Нужна beach. Подмога? Life is beach. Сюда, сюда. Мне кажется, проблема в Adobe, потому что SSD, что... Разница 5 минут несущественна. Ну, смотря какой длины. Смотря что быть. Рендеришь. Да, если там 10 минут ролик или часовые ролики, то... Я не знаю, мне... 30-40-минутные серии ролики по 20 гигабайт. Да. Вот, поэтому на SSD у меня как 40 минут зарендерилось. На HDD, если поставлю, у меня 2 часа, наверное, будет это дело делать. Угу. И долго нам тебя ждать? Меня? Да. Все, выхожу, секундочку. Да я тут вон, блин. Да что ты, блин. Господи, выйди. День, да? День. Все, Subaru я запчастей прописал. Бодик пока не менял, у нее капот уже и так мененный. Блин, она выглядит, конечно, прям, ух. У меня в рендере, ну, тут я заметил больше дела в процессоре. Сейчас у нас вот эти 6 ядерные. А когда процессоры по... тоже делают. Когда да. покупал, мне говорили 8 ядерный, типа, ну, если ты будешь в 4К делать. Чё, Миша, я... собираюсь 5900 жду. Брать. Миша? От гаража отъезжай. Отъехал, отъехал. Все. Давай. Процессор 8 ядер нужен. Это ну, уже оффроуд. До того следующего компьютера я еще пару лет буду с этим мучиться. Мне как бы он еще нормально, я его еще пару лет помучаю, а потом уже поназаказываю туда прям будет, чтобы этот. Что-то сегодня у меня подтормаживает все подряд, а. Так, Тимур пригласил триплекс специал. Давай. Это где-то 70 тысяч платит, да? Я говорю, тоже не скоро куплю, но вот 5900, он 12-ядерный, так что вообще
Там, конечно, Redner будет класс. А сейчас нельзя? Здесь процессор, ну, там все с материнкой, да, идет, или как это делается? Ну, да. Не выдержал, DNS пошел. Че? Джаз не выдержал, пошел в ДНС. Написал? Да. Егор вот тоже не выдержал, пошел в Sleeping Dogs. Кто подъехал ко мне? Вот чувак какой-то подъехал. Рай Муру 08 подъехал на компьютере. Хотел гонку со мной, что ли? Субару еще не покоряба, она еще такой чистенький, аккуратненький. Ё-моё, ща хана ему. Олег, здесь трамплины есть. Угу. Миша ушел. У тебя на американской так отваливаешь? Алдал ушел. Фига себе. Японец. Да. Блин, во, помню. Не, ну хорошо, что я Зубару взял, кстати. Да чё ты? А, я, наверное, на дорогу раньше выскочил. Эвик мне взять. Правда, у меня там не все детали на бездорожье. Evolution? И мотор, да. Мотор. Да я делал её, потом как вот ты с BMW. У меня были все запчасти там, и те, и те. Но что-то она мне не нравилась. Я не мог никак первое место занять. О, я тоже. Плюнул. Было дело. X6 потом взял, когда Миша говорит уже, X6 возьми, да. Я же с этим... Рэптором же вначале же так разочаровался, вообще уже не хотел играть дальше. Потому что начали коопа потом играть, уже интереснее стало. А Рэптор, блин, сколько у меня денег сразу забрал и настроение на эту игру. Ну и нормально идет, смотри, Субарик идет прям шикардос. Да. Уть. Есть контакт под мост. Летит, смотри. Ох, ёпарса, ты куда ты чё? А, я два раза уезжал. Не туда. Фу. Вот это дело. Направо. Миша, ты... А, я Мишу туда сгоняю уже, да? Только и всё. Ну, вон и Миша, здорово. Ну, еще, конечно, едет. Миша, здорово. Да. Здорово, говорит, ты в контейнер врезал прям. Я думал, это не настоящий. Это так. Настоящий Миша. А он... Не, Миша-то настоящий. Контейнер. Блин, я перед финишем... А, не, еще один круг. Но если я всех за круг обогнал, значит, нормально. Можно попробовать еще раз. С чекпоинтами проблема проехать мимо, да? А, Джаст вижу написал, я сейчас не могу, блин, оторваться. Мне что-то, я ж просплю опять. Я ж такой зевака здесь. Сейчас, Джаст, я отредактирую. Мне ж тут нельзя сейчас отвлекаться, я отвлекусь, все, приехали. Хватит сейчас. Кочки. Лена, привет. Отличной игры, спасибо большое. Привет. Спасибо большое. Владимир там едет третьим местом, блин. Я его только обогнал недавно, и вот он опять здесь. Владимир. Ну, здорово. Я успел частого сообщения отредактировать. Молодец. Я хотел бы оторваться. Да, я туда вижу, что там столб такой написал. Концентрированно смотрю на финиш, а я его не вижу нифига. Еще Владимир передо мной, он трется там. У него тоже зубарик, но у меня лучше. У него хэтчбэк. Обновленная версия.
Да, старый лучше с багажником это. Давай. Минус забор, под мост. Вот здесь я как раз врезался разочек. Недалеко от финиша тоже врезался. Блин, ничего вы ушли, э? Алло, так да. Вообще... Это вообще легально, чего вы там занимаетесь? Читеры уехали от меня. Поставили контейнер, я в него врезался. Елена прекрасная. Вот он опять этот контейнер. Злакостный. 3%. Ну давай, пошел. Блин, ну ладно, третий уже не самое не так. О-о-о-о, какой анал. Какой анал. Канал. Анал-то. Отличная игра, Лен, привет. Не надо мне редактировать. Just. Что редактировать? Кого? Дискорд, суку. Это что-то не на русском матерится он. А, тут две гонки. А, две. Нет, одна не у фрот. Не, мы не на канале. Ой, блин. Мы не на канале? Нет. Мы на канале. У каждого свой. Нет. Дискорд спрошу. Видишь, какой у меня Ниссанчик. А, так это же этот, блин, как его называют? Датсун же, да, не? Ниссан Скайвайн первый еще. Первый родоначальник Ниссан Скайвайна, который. Нет. Ну, почти, да. Блин, в смысле нет? Да, это он, конечно, блин. Ты его просто шире сделал, он в оригинале он выглядит не так. А он сдалека выглядит, как будто челленджер худенький такой. Вы где? Ну, позвонили, друг другу созвонились и все. Не надо, говорит, джаста редактировать. Миша его наредактировал. О, кто-то за Форзу пятую проголосовал, кто-то за четвертую. У меня? Да, вон там. Ага, кто-то даже за пятую проголосовал, да. Но за четвертую там 75%. Чего у тебя 75%? За четвертую. За. У меня здесь состоит 67. 67 за четвертую. Ну давай, Миша, приглашаешь или кто? Или я поехал за новую гонку? Или ты говоришь на в сообществе у меня? Подожди. Нет, я поставил прям в чате голосование еще в середине стрима. Вот, есть, короче, на пляже. Я у себя тоже. А, там 44 тысячи, слышь, платят. Подожди. А вот еще есть с левой стороны по карте, Миша, смотри, лево. А, я ж тебя не отметил. Там магонок прям вообще, вон, смотри, 72 тысячи платят, пионер. Поехали туда. Сейчас я приеду, пацаны, сидите, короче. Хорошо. Я пошел за гонкой. Там прям. Гонка или. Оффроуд тоже. Тоже оффроуд? Да, я чисто на оффроуд, короче, останемся сегодня. Чувствую. Би? Ну, кажется, да. Пыль, грязь, блин, вот это вот. Все, сейчас я. Подожди. Шурик питерский, здорово. А где вы? Здорово. А вы где? Мы в Дискорде. Привет, Александр. Так, ты в чате будешь поставил. О, да. Ха, теперь у тебя 4 голоса. Вот так. На, блин. Все одинаково, как у меня. Ну, ты, наверное, за пятую голосовал, да? А не за четвертую. Я? Ты угадай. Так, может, надо бы Эвик 9 бы взял. Я. Дети в магазине. Или мне есть его делать? Блин, я не помню, что у меня за машина вообще стоит. Куплю, а у меня уже будет. Блин, ладно, давай в гараж тогда заеду. Закинусь. Че, гонку пошли? Нет, еще Олег. Я еду. Сейчас я доеду. Он мне сконцентрировался, чтобы... Он два раза посмотрел в чат, врезался сразу же. Мне нельзя в чат смотреть, вообще опасная штука. Особенно когда если бы какой-нибудь резидентом бы играл, мне вообще на эту игру пофигу. А вот в гонках надо прям сконцентрироваться на чат, прям, я не знаю. И все равно. Бедный Субару. Ничего, японская мощь выдержит. Мотор, боксер. Боксерский. Блин, у них звук классный. Во, я уже почти доехал. Уже машину можно на ремонт отправлять. Так, Е. Там уже два Эвик десятых. Е. Приглашаю вас. Так, погоди.
Подожди, я в гараже. Подожди. Ладно, вышел. Теперь жду. Так. Олег, здорово. TS Vlog. Это тот твой новый канал? TS Vlog — это мой канал, да. Е-мое. Я вас стрикну по рендеру. У меня аж пена сорта пошла. Но я представляю. Тимур, вот же что пена сорта пошла. Пена сорта, когда пошла, это плохо. Это из-за чего? Ну, за рендер, но это не у меня. Just написал. Ага. За то, что за рендер на этого. Ну, я на заправку заехал. Субару все. О, смотри, мне покрасили, полирнули. Красота. Что я полиция напугался? Это же дневная гонка. Полицию увидел, что ты. Полиция нарвался. Так она днем, блин. Я даже днем же под ним попаду. Ну что, вы готовы, не? Погоди. Ладно, гадю. У Субара четвертый цилиндр не стучит. У нее все. Полминутки, а? У нее первый, третий, второй, четвертый, они в разные стороны так вот. Друг от друга потом встречают. Вот так. Боксер. Вот он, 72 тысячи, родимый. Да, я 72 тысячи туда еду. Ну, я там здесь уже стою. Тут, блин, да. Так. Ну все, приглашайте, я вышел. Ты вышел? Угу. Ну я Мишу жду. Погоняем. Я Мишу жду. Чел, ну если хочешь, погоняй с нами, то я чё. Погоняем. Ничего себе, сколько сообщений. Вы будете приглашать меня, ребят? Подожди. Супер. Подожди, я же Мишу жду. Что такое нетерпеливый? Гонку создавай. Я чё? Тебя сижу жду. А, ну блин. Ты говоришь, погоди, вот теперь все, познал. Проходит. Он еще всем быстрый. И в машину уехал, давай, ладно, все. Уф, я тоже. Кто это? Еще 30 секунд, ё-моё. У меня новый дорожник для бездорожья. Возможно, вы его не видели. О боже. Опять диалоги. Умопомрачительные. А как там было? Это на 6? Нет. На 4? Нет, на 8. Да, на 8. 6. 8. На подмога. Привет, как здесь привет говорить? Ах, не успел, хотел написать. А сколько нас, кстати? Трое. Трое? Трое. Окей. Реально нету бутов, что ли? Сейчас будет жестко. Мы не на канале, просто позвонил, все. Друг другу позвонили и все. Никаких ни каналов, ни серверов. Не хватало каких-то каналов. На первом канале, нет, первый канал вообще, фу-фу. Не говори такие вещи. Ай-яй-яй, ты че? Мы на YouTube, каждый на своем канале на YouTube. Это Бэхач. Это не я. Блин, а у меня ж колеса оффроуд, я думаю, что она не едет-то нифига. Так это гонка не оффроуд? По идее, да. Я не знаю, что это за хрень такая. Я вообще-то записывал пионер. Там стоял. А, блин! Сильные дубы. Ты своим деревом, а я туда поехал. Да я с другой стороны, я уже объехал, это все вернулся. Блин, о, Тимур врезался, я за ним. Вот это, тогда тоже, помнишь, последний раз мы ездили, поворот пропустил, и я туда же, короче. Да. Куда ты повел нас, Сусанин, Миша, герой? Да. Блин, наш. Ой, блин, все. Уже. Это под оффроуд? Да. Range Rover. Нормально. Не, но здесь, значит, асфальт с этим, с перемешанным, нет, я не да? про Range Rover, там есть тачка покруче. Да? Уи! Я такой раньше видел. Ого, тут нифига себе спускаемся.
Вот здесь бы снег бы был, да? А есть, кстати, мод на снег. Да? Кита, да. Началось. Искал видосы. Тогда уже у тебя будет Колин Макрай уже. Какой-нибудь Dirt 4. Грязище. О. Снег, грязь, слякоть. Дворники не успевают убрать это говно с лобового стекла. Ай-яй-яй-яй-яй, блин, не вписался. Ого, вот это... Блин, ну... Пуск. Вот подписался на эту гонку только потому, что хорошо платили. А тут как такового-то оффрода сильно и нету, да? Ну да. По траве проехаться, мы постоянно этим занимаемся. Моя бэха едет по всему. Ах, вот как Тимур говорит, как гордый немец. Моя бэха. У нас так говорят, это когда рядом с ними чувак на Ауди стоит, они начинают по BMW свой этот, или Mercedes, знаешь. А, я знаю, что он хвастается, я же на Volkswagen. Да? Я что, тут один, что ли, на настоящей машине, которая для ралли рождена была, Impreza? Рвет все. Настя. Я в дерево врезался один раз. Подталкивает. По полям. Еще и дождь пошел. 500 метров. Фига, кого я перепрыгнул там. Вы уже на финише, что ли? Да. Ну что там, читеры? Ну вы, блин, даете. Volkswagen GTI. Левый-верный, переднеприводный машиночка. Такая мне, кстати, маленькая, когда там брали, что же есть... 351. Она по очкам 351. У вас 400. Да. Но у меня что-то там не хватает. Сменить кар. У тебя маленькая, легенькая. Ну-ка покажи. Да, вот такую я тоже себе покупал. Я не помню в нее, сколько я ее вкладывался в нее. Мотор в нее поставить V10, да? Че, еще раз начнем? Нет, давай другую. Подожди, тут рядом. Тут рядом есть другая. Сейчас хочу машину настроить. Сейчас приеду. Поприедь. Настраивайте. Машина во что? Ой-ой-ой, врезался как хорошо прям, а. Как удачно врезался. Сейчас полиция приедет, понятые, вот все дела. В песках? Блин. С правой стороны. Да, я туда еду. На пляж. Да, я помню, я там тебя перелетал. Может слева. Быть, нет, с левой стороны. Подожди, стоять. Нет, в песках она, в песках. Дальше, по прямой. Нет, я вот здесь остановлюсь прямо. Поставим V8. Какая-то 37. Тимур, ты готов? Не, в гараже. Году-году. Которая тебе подъехала, она стоит 37. 39 у меня. Да. А которая в песках стоит из Гризли, она 46. Гризли? Ну это же 39, это же еще плюс бонусы. По-любому же там больше будет, 70 тысяч получим. Да. Ща, подожди. А, вот это Гризли стейк, я подъехал, да. Да, да, да. Ну все, окей, я буду здесь тогда ждать. Все, смотрите, как здесь красиво, а мосты. Ну, что-то я замерз. Неужели температура опять? Там есть трамплинчики хорошие. Так, сейчас будет такой... Тюнинг. Подвесочка. Что у нас, оффродыч? Да. Да что там у тебя будет? Круче уже ничего не будет. Вы готов, Тимур? Импреза с точки зрения обывателя есть один, но решающий косяк. У них очень капризные и ненадежные двигатели. Тормозные. Ну, еще двигатели не знаю, у нас они неплохо держатся. По крайней мере, на части Европы. Но я видел, как менять сцепление на этой тачке. Там же полный привод.
вот этот карданный вал, вот эта вся хрень, да, это прям весело. Тут сцепление поменять на этой тачке прям песня для механика. Тут каждый механик прям мечтает об этом. А, так, ну чё вы там, пацаны, готовы? Тимур. Тимур. Тимур, да, Тимур и его команда. Блин, она будет компьютер сегодня. Сейчас дайте мне. Разбирать весь компьютер, все смазывать. Быстро настроить. Тебе-то? Ну да, скорее всего, надо там посмотреть. Что-то ага. Прям мне не нравится это. Что-то тормозить все. Надо будет. Конечно, обязательно. Что происходит? Да, почти готов. Так, что спереди? Вы еще долго собираетесь еще стрим еще гонять или нет? Да не, давайте минут 20. Да, вот мне там кажется, ну, у меня давай, там... сейчас, скорее всего, пройдем. Пошли ужинать уже, мне кажется, мои. Давай, это проедемся. Давай, выезжай. Выехал? Сейчас. Не тяни резину. Потом, да, не тяни покрышку, а то лопнет. Потом будешь ездить на диске, на железном. Это да. Единственное, что хочу сделать, это изменить... Особенно у Legacy, да, Legacy. Ой, Legacy у нас раньше были, блин, ну, кайфовали от них. А сейчас такую тачку на дороге встретишь, Legacy, это прям... Да. Раритет уже дошло в то время. Что... Я когда-то были точилы такие, сейчас такого нет, ничего. Субарики вообще, к сожалению. Классно тачки были, ралли выигрывали. Делали лютые пушки, гонки. Я даже один раз чуть не купил, но что-то меня отговорило купить Subaru. Ну, мотор прикольный, yeah. Свой звук, момент крутящий, центр тяжести, они чуть ниже расположены, чем обычные моторы. И прикол. Там свои приколы это есть. Нет. Но по счет ремонта, конечно, да, это прям слезки. Тимур? Сейчас. Я уже слышу, храпит Миша. Уже заснул. Сейчас, говорит, пару сек. Ты как этот мультфильм, говорит. Че, говорит, готово? Нет, еще не готово. Говорит. И теперь не готово. Приехали, они еще не приехали. А сейчас приехали, еще не приехали. Да. Это как льва подстригали, помнишь, Миша? Да. Когда... Я забыл, как он называется. Он говорит, ну что, говорит, готово? Нет. Он говорит, нет, не готово, говорит, да. И теперь... Это Шрек мне вспомнился. Погнали. Этот какой? Гонщик готов. Ты ничего себе. Ребенок и черепаха, по-моему, мультик. Это да. Это мне нравится. Что-то там было. Нам, я помню, он его подстригали, а не льва, что он лохматый был. А потом, когда у него осталась такая вот эта шапка, говорит, вот, теперь готово. Так он их там чуть не съел за такую пострижку, блин. Гризли стейк. А где вы там? Я вас не вижу. Мы тебя пригласили. Что я? Ты принял? Да, но я вас не вижу на карте. Да, я принял. Ну вот, 3 из 4. О. Всем шалом. Серега, салам алейкум. Куда я успею доехать, я не знаю. Как дела у вас? Да так себе. Скоро заканчиваем. У тебя как здоровится? Я вот неделю назад хотел приехать к Сереге в гости, прикинь, вот заболел, и тот тоже мне говорит, не приезжай, я заболел, и вот, и теперь вот с такими этими, в этом году, не знаю, увидимся, нет, а я до сих пор еще мучаюсь, но сейчас уже чуть полегче, последний раз я даже час не мог стрим выдержать, гланды опухали, сейчас полегче. Да, бывает. Сколько, 15 минут играть? Горло болит, да такая же хрень. Все, мне что тебе. Сейчас. Сейчас что-то морозит, начало. Надеюсь, что температуры не будет сегодня. Но надо будет сейчас все равно поужинать. Принять варенье с чаем на душу. И это самое. И потом разберемся. Так, ну что, погнали. О, кто меня на эту гонку? Вот тогда это классная Олегом, штука. Да, да, тобой, да, блин, да, я узнал ее. Я просто здесь тогда еще был на таких машинах, что да, узнал я ее. Вот здесь Subaru прям как дома. На асфальте ей делать нехрен.
Вот здесь это Subaru выглядит как Лада. Я не вижу еще как дома. Лада Нива. Конечно, не видишь-то. Потому что я. Уии! Ни хрена себе трамплин! Фу, аж пятка щек. Вот это. Бляха, муха, вот это трамплин. Так ты опять, наверное, взял там X6, наверное, не, Миша? У меня мини. А, ну да, миник у тебя тоже был. Ты там. Куда меня толкаешь? Да ты был? Почти ну, ничего страшного. Да. Ты. Да, будем. Вот там Владимир опять первый едет. Смотри-кася. А. Миша, смотри, как пролетел. Минута 54. Надо будет потом запомнить все, шторт. Час 54, говорю, минута. Блин, у меня так дрифтит, я не ошибся с покрышками случайно. Не знаю, ты на Иво хорошо идешь, даже лучше, чем Импреза. Да, будем. Мы обгоняем, он потом опять, смотри, сейчас он. Сейчас перелетать быстрее. Уии! Перелетел меня. А, вот это трамплин. Да блин! Why? Вот сейчас Тимур был. Владимир, подвиньтесь. Меня носит как по льду здесь. Нормально. Поехали. Где финиш? Третий круг. А, еще круг? Фу ты, я думал финиш уже. А-а-а, блин, что-то мне кажется на медленнее ехать стало. Что, бензин закончился что ли? Джаст говорил. Subaru кайф, да. Шурик, привет. Владимир там скинулся. Леночка, вам цветочки. Вам нельзя смотреть чат, это же, блин, плохо закончится. Что вы обгонять будете, нет? Да будем. Тебе сколько, блин, это мини-купер? 500 лошадей или сколько? 600? 900. Пипец, блин, нашел с чем сравнить. Я против тебя тут вообще еду на старой кляче. Она у меня 200 еле едет. У него 900 лошадей, блин. Издеваешься, что ли? У тебя турбина от самолета? От BMW X6 мотор вытащил, сюда поставил. О, 12-го обогнали. Угу. Ну да, Миша его так подтолкнул еще аккуратно. Есть контакт, есть. Subaru кайф. Да, 4 на 4. Да, полный привод. Тачка для оффрода, но... Мне кажется, ей сил надо добавить. Или покрышки сменить, или что-то надо сделать. Надо добавить. Что-то 400 плюс стоит, толку нет. От этого... У меня 390. Да я вижу, блин. У тебя какие покрышки стоят? Я вот поставил вот... Покрышки? Смотри. Зубастые. Охренеть. Не, у меня... Подожди, тут не видно. Вижу, я вижу. Вон, я вижу, Миша, покрышки. У меня как будто они для дороги покрышки, знаешь, сделаны. Че, еще раз эту гонку проверь? Меня видно. Меня звали ужинать. Не видно. Все. Сходимся. Ну потом, короче, если что. Ты еще будешь спать, нет, сегодня, Тимур? Потом, или когда? Миша-то сейчас спать пойдет? Да, скорее всего, я да, отдохну, потому что в 3:30 утра вставать. Окей. Ну, если что, тогда я, может быть, то, что я задумал, может, возьму за компьютер. Всем спасибо, кто был на стримчике. От души. Очень рад. 5 минут, 10, полчаса, час. Каждый внес свою лепту. Спасибо большое. Да, вот это трамплин был. Здесь, слушай, когда он летел с горы, прыгнул, прямо аж такое же, слушай, пятка щекотно, то нормально. Интересно, надо будет запомнить. В самом левом, там, на самом западе, короче. Гризли стейк. Четко. Ладно, спасибо за стримчик. Че, тогда разбегаемся. На сегодня все, пока разогрелись, пока да, то все. Вот я буду понимать. Ты видишь, у меня минус оффроуд. Надо оффроуд тачку делать. Все. Будем в этом направлении дальше двигаться. Уже денег насобирал на тюнинг. Можно будет. Гольф у меня есть, кстати. Можно гольф сделать. Но лучше. Уже что-нибудь полноприводное. Что-нибудь придумаем. Ладно, всем спасибо за общение, то, что были в гостях. Мы разбегаемся до следующих гонок, до следующего раза, до следующего стрима. Пока-пока. Всем удачи. Лена, Серега, Джаст, Шурик, Тимур, Миша. Побежал я. Спасибо за игру, спасибо за просмотр. Не болейте. Всего самого да. Лучшего и хорошего. Самое главное. Да, кто болеет, выздоравливайте. Кто смотрел, всем хорошего настроения. Всем удачки и всем пока. Пока-пока.